чё? Вот такие вот какие-то. Ты про чё, ма? Печенье. Швырнул печенье. А какие, мам, печенье? Вот туда. На пол. А какие, мам? Лапали. Вот нет, я вот взял. Тут был печенье, просто. Теперь это, видишь, это давай. Дашь нам покушать одну вафельку, угостишь? Разговор пить, слышишь? Она сразу ждет. И вот, думаю, я ей вот так. Снимай, я не преподношу. Анька любит, чтобы ей преподносили, да? На блюдечке. На блюдечке. Золотой каемочкой. Эмиль тоже, наверное, да, Эмиль? Ты тоже любишь, чтобы тебя преподносили? Постель будешь свою когда-нибудь застилать? Сейчас. Все с кошками играет, не перестает. Да и... Не надо, Эмилюш, но она злая, не надо, ничего, не трогай ее. Вот такую вот мяску я готовлю. Я подумал, котель вечный, нет. А котель неубиваемый, да? Да. Эмиль попросил мясо. Он говорит, я мясо люблю. Да, Эмиль, ты любишь мясо? Я не веган. Ты не я веган. Я даже рыбу не люблю, я ем только мясо. Рыбу мясо! Вот ты не любишь. Да, а я люблю вот рыбу. Вот оно мое мясо, рыжее такое. Рыжее мясо. Так. Пошли на шаурму, пустите на шаурму. Пойдешь у меня на шаурму. Рыжунь, что над тобой издевается, рыжунчик? М? Эмиль, убери там под стульчиком кое-что. А, уберу. Такая злая. Ты просыпал, кстати. Не знаю. А замести не замел за собой. Сейчас замету. Рыжунюсечку. Не надо ее, Эмилюшечек, не обижай нас. Не обижай. Это солнце наше. Она, кстати, походу описывается. Эмиль, убирай там, пожалуйста. Под стулом все убирай. Она описывалась от страха немножко. Реально, мокрая около хвоста. От страха, так. Иди, вон бабтя там пирожными угощает. Бегом бы сейчас. Ну, я мясо тушу, я не могу тебе тут 100 000 блюд подавать. То макарон, то кофейки. Мам, нам 2 штуки, я такие не ем. Лучше Аньке пойдет на утилизацию. Почему она поедает? На какую утилизацию что заносит? Ну она съест. Ну она что, мусорная? Ты что заносит хоть? Ты соображай, ну раз что говоришь. Иди давай убирай там под стул, постель всю застилай. Сейчас давай тут не рычи на меня. Не рычи прям. Рычит на тебя режима вон. О, какие батончики свойские купили. Ух, вкусные. Баб дала деньги. Мы сегодня бедствуем. Спасибо. Так. Ну что, мясо вкусное. Что ты там все воруешь? Что ты там? Что спёртый, Эмиль? Я скажу. Ну чё? Скажу. Чё спёртый? Ничего. Майонез спёр с пирожным. Майонез? Да. Зачем? Нужен. Ты собираешься мясо есть, да? Из-за этого, что взял майонез? А чё, я тебе его не даю, что ли? Эмиль, не надо, надо по совести, я не слышу. Эмиль, не только тебе, а одному сок. Ты уже много. Нет, Эмиль, положи на место. И Аньке надо тоже. Там много осталось. Эмиль, ты бессовестный, скажи. Много очень осталось. Нахуй. Один. Ну, просто 7 реал. Я бабе скажу, чтобы она забрала их. Ладно. Ты иди спрашивай разрешение, так нельзя хапузничать. Ты брал уж свою долю.
Обойдусь. Обойдешься, да? Вот такое вот место. Емель, иди спроси, не нагрей, а? Пятый глаз видим. Пятый глаз, десятый. О, так, пусть еще чуть-чуть капелька потушится. Вот работу доделал. Красивая работа получилась. Ох, вроде бы особо уже не ем, но не хочется. Ну ем все равно, конечно. Не могу я не есть. Ой. Ну вот такие вот дела. Всем пока. Пишите комментарии, какую еще работу хотите видеть. И вообще, пишите комментарии. Всем пока.